The shadow of Mongol rule had darkened the Rus lands for more than two centuries. But now, Ivan III stood on the banks of the Ugra River, ready to cast off the shackles of the Golden Horde. But if he failed, Moscow itself could fall. Что накажете? Я построю. Куда направляться? Сия под... Готова, если потрудитесь. Я под... Иди, трудницы, надо мне суть. Начинай, трудитесь, надо мне. Сия построю скоро. Трудитесь, как наступать и надо мне. Внемлить! Тихо! Слушайте наказ, но... Оружие приготовляйте! Наказ, но идем! Дайте мне работу! Крепкое. Дайте мне работу. Я построю сие. Готовы, если потрудитесь. Начинаю строить сейчас. Куда направляться? Что накажете? Сие построю скоро. Пища. Ожидайте наказ. Обещание. Напряг. Трудитесь надобно. Начинаю строить и сейчас. Построено, трудитесь, надобно. Начинаю строить сейчас. Что накажете? Слушать с радостью. Дайте мне работу. Повинуюсь, накрыть. Печать заряд! Войны! Идите по мне! Печальники, спешите зело! Исполнено будет! Печальники, спешите! Печальники, спешите зело! Трудитесь, надобно. Я построю сие. Готов, если потрудитесь. Я построю... Где трудницы надо внесать? Стреляю, где лакуна есть? Пищать, так? Да! Готов, если потрудитесь. Что накажете? Построить. Сберу древеса. Куда направлять? А люди приготовившиеся. Сие под... Трудитесь надобно. Начинаю строить и сейчас. Ища войны! Идите по мне! Пищальники, спешите! Ожидайте наказа, лучник. Яко прикажете. Что накажете? Что накажете? Куда направляться? Сбедрудитесь надобно. Что накажете? Сие построю скоро. Иди, трудницы, надо внесуть. Пас, дайте мне работу. Начинаю строить и сейчас. Что накажете? Трудитесь она. Да не празднуйте, слушайте. Готовы, если потрудитесь. Я построю сие.
Наказ слушайте. Трудитесь надобно. Что наказ? Трудитесь надобно. With eyes on the river crossings, reports quickly arrived of a Mongol detachment probing across the divide. Ожидайте наказа, лучницы. Лучники, ожидайте на сей час. Что накажете? Иду куда верещать. Так, что накажете? Из кого оружие у меня есть. Я иду. Иду куда прикажете. Трудитесь, надо. Начинаю строиться сейчас. Куда направляться? Я построю. Что накажете? Я построюсь. Противный близ стоит! Трудитесь, приготовляйтесь! The Mongols had allied with the Lithuanian king, who had promised to send great numbers to assist the Khan at Ugra. As the horde waited, they would continue to probe the Rus encampment. Трудитесь, надобно. Сие построю скоро. Готово, есмь, потрудитесь. Готов, есмь, потрудитесь. Начинаю строить и сейчас. Сие построю скоро. Иди, трудницы, надобно суть. Люди, приготовьтесь. Потрудихся изрядно. Построено добро есть. Стоять и много будет. Бой не наказа ожидаю. Приступайте на... Наказа срам того! Обещай наказа, да все будет! Песок мочите. The Rus repelled the initial attacks, and the Mongols fell back to their side of the river. To hold the Ugra, Ivan would need to maintain a strong show of force at the river crossings. If he showed the slightest weakness, the horde would seize on it and swarm across the river, then on towards Moscow. Иди, трудниц, слушайте. Все идем. Копаю, Присна. Начинаю строиться сейчас. Что накажете? Белее есть. Я построюсь. Трудитесь, и все изрядно. Построено крепко есть. Лук поспешен. Лучницы, приготовляйтесь. Ожидайте наказа, луч. Тревожно есть. Приступайте. Дайте мне. На месте будем скоро. Что накажете?
все изрядно. Наказ слушайте. Идите, лучницы! Укажите цель, кого застрелите. Хочу стрелять. Лук поспешен. Кого застрелите? Укажите панмил. Трудитесь, Анат. Слушайте все! While the Mongols awaited their Lithuanian allies, they continued to send raiding parties across the river, hoping to weaken Ivan's forces. Я построю тебе. Что накажете? Хочу стрелять. Укажите цель. Готов, если потрудитесь. Начинаю строить сейчас. Иди, трудницы, надо мне. Люди, приуготовляйтесь на каждом слушайте. А будут крать сейчас. Идите, все надо мне. Задницы к брани готовим сочи. Надо бойни на брань готовите. Задницы готовим сочи. Если приготовляйтесь на каждый и празднуйте. Бойни на брань. Я вам помогал. Приходим на место, Инна.
Готовы, если к делу нового? Будет ли? Генерал, куда? Заткните приз! Скажу прямо! Есть сон, есть отдохновение. Покоряюсь на волю вашу. Путем истины. Сделаю я клан тем, кто служит. Приду путем не наказывать. Приду, куда наказывать. Прик, наше дело право. И грядитесь честью, мужик вели. Делаем все. Слушай, дали нам наказ. Идти надо. Стройте надо. Наказывайте, сделаю все. Блюду. Часу накажете. Исправляю. Направь меня, направь. Готова служить. Готова к брани. Наказывайте. Начну исправлять их. Жажду крови. Повинуюсь. Исполню наказ. Несть сон, несть отношения. Стройку. Помогите! Помогите! Кони не как дела! Готовы! With no word from their Lithuanian allies, the Mongols called in their own reinforcements to bolster their numbers on the fords. If Ivan's forces could intercept and eliminate the detachment, the Rus would face less resistance on the fords. With one crossing low on Rus numbers, the Mongols saw Ivan's weakness and prepared to attack. Thank you.
Брадису. Наше дело правое дело. The Mongol reinforcements made it to the enemy side of the Ugra River, and soon they would bolster the Mongol numbers on the fords. Ivan's Rus army stood strong at the Ugra crossings and would not allow the horde to advance towards Moscow. The Lithuanian numbers that had been promised to the horde had not arrived. The Khan was forced to order a retreat. Ivan ordered his men to burn what remained of the Mongol camp and drive the enemy out of Muscovite territory. Вашей.
наказывание. Приуготовляйтесь! Наказ новый день! Новые наказы, суд. Все приказы новые. Слушайте наказ. Наказ новый есть. Это нам перейдет. Слушайте все, сейчас наказы будут. Сделаю, как накажете. Вот что дают нам. Да на месте. Войны. Наказы новые, суть. Восстанете. Отряхните ноги! Несть сон, несть отдохновение. Готовы, есть им к делу новому. Наказывайте, сделаю все. По лёду. Несть сон, приказ ясен. Слушайте, дали нам наказ, идти надобно. Строите надобно. Есть сон, несть отдохновение. Блюду, аще построено будет исправ. Часу накажете. Возведу все, яко прикажу. Крем дело свое. Люди, надо бы дело править. Слушайся! Исполни наказ ваш! Наказывайте. Наказ ваш исполнен. Желание ваше есть закон. Yeah.
Through perseverance and a mighty display of force, Ivan held the Ugra River, blocking the Mongols from reaching Moscow. The Rus had finally cast aside the shackles of the Golden Horde. In 1480, Moscow's army, led by Ivan III, faced off against the Mongols across the banks of the Ugra River. But the Muscovites, armed with guns, were too much for the Mongol army. When the Mongols realized reinforcements weren't coming, they retreated. Now Ivan III was free to pursue his ambitions to expand Moscow even further. Despite the rapid rise of Moscow, it was still a vassal of the Mongol Empire. But after the stand at the Ugra River, Ivan III's ongoing refusal to pay tribute antagonized the Mongols. Yet, retribution never came. Cracks had developed in the highest levels of Mongol rule, and the Golden Horde shattered into smaller khanates, beset by infighting. So Moscow was left free to expand. Ivan III continued taking control of smaller Rus principalities by any means necessary. Some had been ruled for over 100 years by an historic enemy, Lithuania. Ivan III was determined to take them back. By 1500, he had turned Moscow into more than just a city or a state. It was an entity that he claimed represented all the Rus people. Ivan's successor, Vasily III, would fight to take back the lands from Lithuania that he believed belonged to Moscow.